Прошу тебя. 3-2! Голевая Санчо, гол Мейсона Гринвуда. Все, ребята, это победа на легенде, на этом легендарном уровне. Наконец-то она случилась. Всем привет, ребят, вы находитесь на канале FIFA by Girl. С вами Марина, мы продолжаем карьеру за Манчестер Юнайтед. Это 5-й наш выпуск. Что ж, сегодня предстоят нелегкие встречи, нелегкие матчи, но соперники тяжелые, но мы играем на мировом классе против них, поэтому, надеюсь, будет не совсем тяжко. Полетели! ЛЧ у нас обязательно будет легенда. Тут, конечно, я не имею права играть на мировом против Young Boys. Команда играет достойно. Так, я не знаю этих товарищей, никого. Лозану что-то знакомое. Люстенберг, да, знакомое. Ну и все, этих я не знаю. Подожди, Лозана, это тот Лозана или другой Лозана? Вальштадион принимает Манчестер Юнайтед. Лассе Лагерот, какой-то скандинав, судит на легенде. Подожди, а состав Манчестера-то я не посмотрела. Далот на фланг. Не, мы сейчас полностью ротацию. Магуайр останется, Магуайр пусть будет. Тейлиш, так, Ван де Бек очень давно не играл. Вместо Погба выходит Ван де Бек. Все, резерв против Роналду. Роналду пусть будет, на легенде играем. Роналду потом заменим. Полетели. Надеюсь, Young Boys, мы справимся. Впереди у нас Тоттенхэм, там что-то Ливерпуль. Ребята, я верю в Манчестер, конечно. Роналду. Бей. Вот это голясо, ребята, на легенде. Это дорогого стоит такой гол. Это красивый голясо. Индивидуальные действия, ну и завершение. 94 у Криро. Смотри. Ой, красота. Ой, какая красота. Ну, это Криштиану, ребят. Вратарь не смог. Ой, этого тренера я знаю. Он Young Boys тренирует? Он, по-моему, Брайтон, что ли, тренировал. Без провалов, без провалов. Голясо, это Иланга. Как мне нравится Иланга, ребят. Очень хорош. Лучше Санчо пока что. Правда. Голевая Ван де Бека. И не в офсайде стоял. Красиво. Может... Хотел сказать, может, научусь на легенде играть, но Витя Линделёв творит какую-то дичь. Зачем-то сшибает. Ансаме. 1-2. Ну, да. Практически по центру пробил. Витя Линделёв. Я нажимал отбор, не подкат, а он умудрился так неаккуратно мяч отобрать. А как так получилось? Что с Дином Хендерсоном? Он же первый был на мяче. 2-2. Это легенда. Смотри. На выходе очень плох был Дин Хендерсон. Ребят, вот вам и 2-0 мы вели. Джесси Линга слился с газоном. Далот, куда же ты побежал? Зачем ты зону оставил? Повезло, что он так бабахнул. Мог бы быть голясо уже. Лингард. Ну как? Ну как ты так пробила, Ланга? Я тебя хвалила. Так.
Так, ясно все. Все понятно. Я меняю Лингарда на Фернандеша. Решварда вместо Эланги, он что-то подустал. Пока две замены. Да уж. Лингард, как так умудрился промазать? Так, Эланга, спасибо за Голясу. Манчестер, двой. Мы должны были уже выигрывать. Но это футбол. Тихо. Замельтешил этот Витя Линделёв. Как он мне не нравится. Он замельтешил. Проигрываем, ребят. Вот, Витя Линделёв, что ты сделал? Так, ну я пошла в сверхатаку. Мне ничего не остается. Мне еще не хватало проиграть здесь. Ну куда? Вот я не понимаю, Роналду отдает. Ну там же... Там Решфорд. Пипец, я думала в воротах мяч. Это вообще серьезно? Так, надо замену какую-то провести. Что-то поплыли все. А, ну давай, Санчо, выходи. Хотя подожди. Давай Погба вместо Ван де Бека. Спасибо за игру, Донни. Благодарю. Ты был хорош, кстати, в этом матче. Поль Погба выходит, я не знаю. Нам надо здесь ничью делать. Ну что? Смотри, теперь они вцепились в меня. Да! 3-3, Поль Погба. Первое касание вообще, и Голясу сразу. Я верну этот сбалансированную тактику, потому что опасно так. Опасно так все силы кидать в атаку. Ну, соберись. Ну что это такое? Я мяч забрать не могу. Но они полчаса кружатся, блин. Да ё-моё. Да я не понимаю, ты серьезно, игра? Ну ты издеваешься, что надо мной? Ну это прикол какой-то. Ну Young Boys, ну не может такого быть, а? Ну они просто не собираются, блин, отпускать. Ну посмотри, какой провал, а? Стоит Магуайр и просто стоит, смотрит. Опять все силы на... Теперь там только отыгрываться. Я не знаю, получится, нет, но это жесть. Пипец, конечно. Ну все, это по ходу поражения в ЛЧ. Хотя нет, 4-4. Бруно Фернандеш забивает. В сверхатаку я пошла. Бруно спаситель. Ну, мы должны были здесь выигрывать, конечно, но эта легенда, она меня так бесит вообще, не то слово. Их защитники играют как роботы, их, ну, иной раз, да, они все блокируют. Их нападающие играют как роботы. Роналду с мячом бежал, и тут же... Ух ты! Ну как? Блин, надо было бить, наверное. Отдал пас Бруно и... Ребят. Полторы минуты переиграли. 4-4. Ну, там, по-моему, Герт тренировал. Он Young Boys тренирует? Я не знала. Ну, это легендарный уровень. 4-4 играем. Ладно, посмотрим. Вообще, конечно, если выйдем из группы, там надо в идеале на легенде играть. Но это пипец. Ну, постараюсь. Все-таки ЛЧ на мировом классе. На мировом классе Дэвид Кут судит. Полетели. Ложная девятка не играют. Они будут сейчас нашу оборону разрывать. Не дадим им этого сделать, надеюсь. Так что вот так у меня волнами. У меня то легенда, то мировой. То легенда, то мировой. А что делать? Ну, только в ЛЧ игры не такие, как в реальности. Но все же. Ну, точнее, порядок их.
Магуайр вот так вот смотрел. Провожал этот мяч. Фермино забивает нам. Ну, смотри, навес точный. И он совершенно один. Расстреливает ворот Дехе. Навес. Один-один. Поль Погба. Голевая Роналду. В структуре у нее в шее голова пацана-то застряла. Погба, который захотел с нами контракт продлить, что в реальном футболе маловероятно. Блок. Вы думали? А что было-то? Ну, я не знаю, он сам там подкатил. Я вот этого не делала, блин. Забирай, Давид, пожалуйста, понятно, по центру. Сейчас газон будет целовать Салах. Я не знаю, я там, блин, отбой отбираю, они падают в ноги. Ну, это что такое? На ровном месте эти пенальти мне надоели. Сами, блин, привозим. Ну, что ты будешь делать? Когда же мы перестанем привозить? Офсайд. Не, ну мы там... Честно вам скажу, пенальти, я не знаю, откуда он взял. Он там упал, мой защитник, но я этого не делала. Я отбор нажимала из-за другого игрока, а походу получилось из-за этого пенг... Ну, этот... Подкат получился вместо отбора за другого абсолютно товарища. Криштиану, пожалуйста! Два-два. Ну тут смотри, оп, нормас, Криро разобрался. Так, Санчо, давай, у тебя скорость есть. Надо навесить на Маркуса. Не, я не могу, я навешиваю, они мне, они воздух забирают. Третий. Спокойно, Маркус Решфорд. Делает счет 3-2. Фу, Поль Погба увидел Маркус, и он был не в офсайде. Вот тут вот его уже догонял защитник, но Маркус справился. Не успели они. Шестой гол восьмого матча. Нормально? Восьми матчах. А, ну у него хет-трик был. Блин, там один на один бы выбегал Роналду, но они прочитали меня. Это что было вообще? Да хет, ты точно контролировал? Так просто бежал, смотрел. Ах, как близко, Полюшка. Джейден, пожалуйста. Да! Какой у него гол? Первый? Или второй? Он, по-моему, в этом, в кубке забивал. Так, 4-2. Свет их освещает ваш путь, ребята. Голевая Роналду. Сближаться тут не испугалась и не стала сближаться, и правильно сделала. Если бы ты здесь не забил, конечно, я бы тебя сразу заменила, пока что будь на поле. Клоп в очках. Он же уже не в очках. Что вы такое делаете, разработчики? А, я не посмотрел, какой у него гол, блин. Ладно. Так, ну это ни о чем не говорит. Нам тут надо
сейчас попытаться в обороне грамотно. Они сейчас побегут, все силы бросят, эти ребята. Ну, они вот уже бегут, а мы в контратаку. Люк Шоу! Не, не дали. Не дали с правой ударить, с правой. Так, Деклан Райс уходит, Мактомини выходит. Эланга вместо Санчо. Да, вот такая неожиданная замена. И. Ой, опасно, пока все. Пока две замены, побережем остальные. Санчо, спасибо за игру, конечно. За гол. Спасибо, ребятки. Давайте, надеюсь, вы сейчас тут не подведете меня. Я не знаю, что сегодня с Алисоном Беккером. Я без понятия, но мы забили им пятерочку. Дома пятерочку. 5-2. Все, можно успокоиться. Да, это мировой класс, но это Ливерпуль. Ребята, это Ливерпуль. Я здесь не со всеми играю на мировом классе, как вы заметили. Пока что так у меня. Но... Они, видите, на мировом классе играют нормально, но они не как роботы играют. Ну, 5 забили. Ой, это удивительно. Ну, с Тоттенхэмом попробую на легенде. Ладно, попробую! Да что было-то? Вот покажите мне повтор. Я нажимала уже за дыхе отобрать мяч. Почему ты идешь в подкат, блин? Да ладно, он сам же врезался. Я же говорю, я даже не нажимала. Он меня удалил, надеюсь, никого. Такой не вытащишь. 5-3, ребят. 5-3. Давай! Ё-моё! Посмотри, что сделал. Из ворот вытащил. Нормально. Все, ребят, 5-3, мы обыгрываем Ливерпуль. Они забили с двух левых абсолютно пенальти. Поздравляем, Манчестер. С Тоттенхэм я буду играть тоже на мировом классе. Я никакую легенду здесь ставить не буду, простите. Хоть они на 14 месте, но все же. Деклан Райс в старте. Состав на ваших экранах. Ну, понятно все. Полетели. Он не посмотрел, кто судит, ну да ладно. У меня что, мировой класс стоял, правильно? Ух, какая красотища залетела от Криштиану Роналду. 0-1. Где его празднование фирменное? Что он не кричит на Тоттенхэм, как это там, стадион их называется? Хотспур Стадиум. Си. Так, смотри, оп. Оп, развернулся. Ой, ну это красиво. Это красивый гол. 8-й гол в 10 играх. Криро. Я еще не готова играть на легенде. Сори, ребят. Не с этой командой. Не сейчас. Какое бы место она ни занимала, это я знаю, что они сейчас подключат все свои шурупы, блин. Тихо. Это игра... Да что ты, блин, спасибо! А что было, рука, что ли? Фух, я не понял, что было, ну ладно. Непонятно, за что дали человеку желтую. Пожалуйста! Как он забил, я честно не знаю. Я видела, что его уже накрыли и думала, удар не получился. Спокойно, 2-0 выигрываем. Да, может быть, вы скажете, сейчас бы на легенде ты проиграл и Ливерпуль, и Тоттенхэм. Я согласна, просто я не могу играть. Я вне записи пробовала играть, просто вот чисто попробовать. Пипец, красота. Ничего не получилось. А меня там просто выносит, честно вам говорю. Там ни один пас даже близко не проходит. Они все читают. Если я забиваю 2, мне 4 сразу, мгновенно кладут.
Мои игроки не могут пас отдать грамотно. Сразу отдают не туда. Но это смешно. Ну, то есть это не то, что скрипт. Это сама легенда включает. В ней уже скрипт подключен. Пенальти, блин. Пенальти. Удаление Люка Шоу. Спасибо большое, судья. Майкл Оливер. Ясно. Так, нам что-то надо придумать. Кто у нас может на левом фланге побегать? Так, 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 так. Я что-то даже и не знаю. Ну, давай Санчо пойдет сюда. А что делать? Санчо пойдет на левый фланг. О, боже, куда будет бить? Давай туда. Да! Да! Потащил! Из девятки, что ли, вытащил Давид? Угадали мы с ним. Тут угадать мало. Тут надо еще умудриться и отбить. Ой-ой-ой, ну это все. Нет, это не все. Это Давид и Хе, брависсимо. Побежали в контратаку. Вот таких контратак вообще на легенде не получается. Вообще не получается, ребят. Криштиану. Просто не получается. Я не могу на легенде пока что с такими командами играть. Да, в Лиге Чемпионов сильными там, ну, ясно, я буду смотреть. Дома, может, на легенде, на выезде, на мировом, вот так. Ну, правда, это издевательство. Ну, а один должен, Тоттенхэм в 14 месте. То есть они, возможно, со всеми так слабо играют. Я просто вам правду говорю, я пыталась вне записи открыть карьеру и покатать на легенде Манчестер с Ливерпулем, Тоттенхэмом. Все, это очень сложно. Я забиваю два... Они в момент забивают мне 5, там, трешку стабильно. Бегут мои пацаны и пытаются мяч отдать. Все, это все пасы, это кривые, косые, те сразу забирают. Ну, это смешно. Ну, это смешно. Так, сейчас будет перерыв. Ой, тут красиво они играют, конечно. Пенальти. Не, правда, я не понимаю. Я жму отбор. Он так сильно бьет, что тут падает. Нырял-то, блин. Давай, туда же. Второй пенальти тащит Дехе. Второй. От товарища Харри Кейна. Так что да, вот так буду чередовать. С одной командой на легенде, с другой на мировом. Ну, на мировом я бы не сказала, что прям тоже легко. Прям, ну, они больше ошибаются. В обороне не как роботы играют. В кубках с не самыми сильными я по-прежнему буду играть на легенде, да. Отличу, так отличу, что делать. Но в ЛЧ дома, возможно, на легенде, на выезде, на мировом. Вот так вот буду чередовать. Мне тоже не хочется постоянно проигрывать, потому что со мной играют роботы. Вот это мне не хочется делать. Что я ни пасы я дать не могу, ничего. Давай, наверное, Вити Линделев выпустим вместо Санчо. Гринвуд вместо Маркуса. И Мактомине вместо Райса, да? Тройная замена. На 61-й минуте. У них один уходит. Бабах! Может быть, на плойке, на PlayStation. Они... У них нет таких ошибок на легенде. Может быть. На компе, я не знаю, с чем это связано, но на компе легенда невероятно усиленная. Так, Бруно мчит. Понизу катит. Я в девятку, бьем понизу катит. 4-0. 4-0, дамы и господа. Мы обыгрываем Тоттенхэм. Ну, они реально на 14 месте. Так оно и есть с такой игрой. Может быть, надо было рискнуть на легенде, но я говорю, нет, я не буду. Мучиться я не хочу. Не с такими командами. Какое бы место ни занимали, тут игроки высочайшего класса. Так, 4-0 мы обыгрываем Тоттенхэм Хотспур.
Ну, вот этот вот шотландец неплох. Ну, разгон у него, конечно. Давай дадим план развития. Пусть скорость себе. Ну, то же самое. Тут что, Харди? 15 лет ему. Боже мой, я не знаю. Ну, давай тоже. Скоростенку надо подкачивать. Ривьер. Не, Ривьер, прощай. Ломбардия, 18-летний. Сейчас расплачется, что хочет уйти. Ну, пусть уходит. Ролан. Кстати, он неплох. ЦФД, ЦАП. Давайте ЦАПника сделаем. Да. Белло. Боливарец этот. У него очень хорошая скорость. А, ну у него 5 слабая нога. Ничего себе. Погоди, у этого. Вот у этого слабая нога 3. У этого качается, у этого качается, у этого качается. У остальных 5 слабая нога. Обалдеть. Так, в следующем выпуске ответка с Young Boys. Мы, я вам скажу, здесь на первом месте. Но все же. От Манчестер Сити. Короче, Young Boys дома на легенде. Манчестер Сити на мировом. Уотфорд на легенде. Такие планы у меня. Благодарю всех. Подписывайтесь, пишите свои комментарии. Увидимся с вами. Надеюсь, по расписанию все пойдет удачно. Всем пока. Болейте только футболом.